Привет всем, это Слава из города Нейплс, штат Флорида. Я вам показываю, как всегда, что-то интересненькое. Сейчас я еду прямо, вот параллельно пляжу. Пляж буквально в 100 метрах отсюда. И эта улочка, идущая параллельно пляжу, называется Гальшо Бульвар. Вот, и просто мне хотелось показать, что здесь у нас есть. Дома здесь очень разнообразные. Как видите, вот это вот новый дом, эстейтный, построенный в 2000-х годах. А вот этот дом сибирско-флоридский, старенький, он построен в 70-х. Но поскольку здесь такой очень уютный район, то, соответственно, эти домики, они, несмотря на то, что когда построены, как выглядят, они очень приятные и интересные. Значит, вы знаете, здесь очень много домов, которые сдают понедельно. И при том эти дома стоят по 5-6 тысяч долларов в неделю. Особенно, если они большие. Вот. И поэтому, соответственно, вот видите, здесь еще построят новый дом. И очень много так называемых bed and breakfast. Bed and breakfast — это что такое? Это типа гостиницы, но это частный дом. Ну, вы знаете, я не знаю, смотрели Мисс Марпл, английские вот все эти сериалы, где тот же самый Шерлок Холмс очень часто останавливался в таких домах, где можно, и доктор Ватсон, где можно посидеть, так сказать, и покушать там и так далее утром, и потом пойти целый день заниматься своими делами. И поэтому, соответственно, здесь достаточно таких bed and breakfast. Сейчас мы приехали в самый старый район города Нейплс. Вот здесь вот будет самый старый дом, которому больше 100 лет. Нейплс не такой уже старинный город, как говорится. Вот. И здесь, что интересно, зимой перед Рождеством и на Новый год ставят, естественно, Деда Мороза, там все эти дела. Вот. А сейчас мы заехали на парковку. Следующий сегмент, который вам покажу, знаете что, это Нейплс Пирс, который, ну, в Нейплс достопримечательность определенная. Вот. Поэтому всего хорошего, до свидания.